Мухаммаджон Холов, из Таджикистана, с города Душанбе. Мне всего лишь 47. Вот. Раньше я писал такие юмористические песенки, а вот после ДТП все еще глубже и глубже, потом уже начал писать более такие серьезные песни. Чуть больше 20 лет назад, как я познакомилась с Мухаммадом, он являлся такой звездой в Таджикистане, яркой, в жанре юмора, сатиры, пародии. Когда он появлялся, все вдруг оживало, публика просто была в восторге от него. Она визжала, шумела, кричала. У него произошла авария, и вот так получилось. Это было 16 лет тому назад, как в фильме говорит. Упал, очнулся, гипс. После ДТП жизнь конкретно изменилась. Повернулась на все 480 градусов. Слава Богу, мир не без добрых людей. Благодаря поддержке моих очень хороших друзей, которые настроили меня, что жизнь продолжается. Здравствуйте, жюри. Здравствуйте, Туркестан. Ассаламу алейкум. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Мухаммаджон. И немного о себе. Как появилось творчество в вашей жизни? До того, как стал шофером, вот. Я сейчас за рулем, я всегда так себя радую, да. Вот. Не унываю, всегда надо быть на позитиве. Я был юмористом, пародистом, радовал людей. Это моя профессия была. А сейчас пришел к вам, чтобы показать свой вокал. Помимо этого, чем вы занимаетесь сейчас в жизни? Слава Богу, что умею шить, там дизайнерскими вещами занимаюсь. И как вы видите, как я вот сейчас сказал, была тюбетейка, стала тюбикепка. Вау! Это все из моего, как сказать, из моего дизайна. Да. Мухаммаджон, вы готовы? Да. Желаю удачи. Давайте начнем. همه جا تنها گذاشتن آدم ها آدم های سنگدلی شهری شما زخمیم از خنجری نامردانی ماندم تنها منو سرگردانی درد من دوا ندارد هیچ کسم پروا ندارد کاش که باز تا با محبت زندگی تکرار دوباره بیچاره این دلی من در شهر بی وفایی کنجی قفس است از بس که سال گذشته است هر دم دلم می‌لرزد از به کسی می‌میرم من که در شهری غریبم از محبت به نصیبم همه صنعت دنیا آدم ها دادن فریبم تا که از دنیا بریدم از محبت نامیدم همه ای صنعت دنیا آدم ها دادن فریبم
хамай санати дуньо одамо дода фиреба. Спасибо. Вашу боль. Я поняла, что это слова вашей жизни и все, что происходило в вашей жизни. Но не надо унывать, как говорится, всегда на позитиве вперед. Вы чудо. Я прочувствовал силу, энергию, прекрасное техническое исполнение. И за это от души благодарю вас. Отдельно спасибо. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы сильный духом человек. Вы подаете очень важный пример людям, у которых сейчас, может быть, не все существуют возможности, что можно и нужно двигаться дальше. За это вам низкий поклон и огромное спасибо. Спасибо. Вы сейчас спели о той боли, которая есть у вас на душе. Но, несмотря на это все, у вас очень оптимистический настрой. Я еще раз убеждаю, что слово и действие становятся высокозначительными, когда музыка берет их под свое крыло. Мухаммаджон, я говорю вам «да». Я говорю вам, да, Мухаммаджон. Ситора. Мухаммаджон Акиа, низкий вам поклон за ваш дух, за вашу силу и за то, что вы даете всем надежду, что нужно жить, улыбаться и жить в будущем, верить в будущее. И мой ответ вам, вот низким поклоном, да. Ербулат. У меня нет слов, у меня прям мурашки. Спасибо. Единственное, я что хочу сказать. Я сам не ожидал.
Эту песню я написал еще 5 лет тому назад. Было такое, что я как бы почувствовал, что я остался один, никого рядом нету. Я понял, что ни друзей, ни знакомых, ни родственников, никого, точка. Когда узнает об этом мой сын, кстати, он сейчас в Российской Федерации, вот. Когда он узнает об этом, и я надеюсь, что мы найдем друг друга и будем вместе. После развода запретила ему общаться со мной. Да. Сколько ему тогда было лет? 3. Еще тогда ему сказали, что папа попал в аварию, папа умер и т.д. и т.п. Для меня такой сейчас праздник, сейчас только хочется сделать плов, поставить музыку и танцевать. Только танцевать.